Антонию Степановичу Аренскому. 17 апреля 1899 года. Москва. Дорогой Антон Степанович, вчера я получил твое письмо, где ты сообщаешь, что Олега предполагают поставить в Таврическом дворце. Конечно, с моей стороны препятствий нет и быть не может. Я очень рад и не знаю, кого мне благодарить за это желание и решение поставить мою оперу. Мне кажется, что для такого торжества я бы мог написать специально что-нибудь более достойное постановки, чем Олега, которого я стал уже запрещать ставить на сценах. Все-таки здесь я рассчитываю на хорошее исполнение и хочу думать, что это-то меня изгладит немножко. Назначить и рекомендовать кого-нибудь на сольные партии я не могу, потому что очень мало или совсем не знаю петербургских певцов. Я тебя хочу попросить об этом. Ты их, конечно, всех знаешь, а значит, и можешь сказать, кому какая роль подходит. Будь так добр, Антон Степанович. Сделай мне это одолжение. Нечего и говорить, конечно, что я заранее одобряю и доволен твоим выбором. В первый момент, как я прочитал твое письмо, мне пришло в голову, что лучше Земфиры Сионицкой и Шаляпина Олега я никого не найду. Но согласятся ли они? Как бы то ни было, но я прошу тебя подождать назначать кого-нибудь на эти роли дней 5-6, когда я тебе и сообщу результаты. Когда начнутся репетиции? Сообщи мне, пожалуйста, где они будут, какой хор будет петь. Прости, что заваливаю тебя вопросами, но меня все это очень интересует. Пока. До свидания. Искренне тебе преданный твой С. Рахманинов.